Вулкан 19 был добавлен в игру в качестве регионального босса. Фиолетовый динозавр с шипами на спине и по бокам его морды. У него есть трещины, в которых время от времени вспыхивает свет, а также пульсирует электричество от животного, которое видно, когда оно шагает, атакует, встает или рычит. Каждый раз, когда его побеждают, он оживает с удвоенным количеством жизни и урона. Он повторяет это, пока не победит всех динозавров в группе игрока. Цель этой битвы – не победить, а нанести как можно больше урона. Лучшая стратегия – нанести как можно больше урона боссу. Лучше сначала зарезервировать и сильно атаковать, так как Вулкан 19 блокирует намного меньше, чем противники на живой арене, из-за того, что он не может проиграть. Также разумно иметь мясной щит и два тяжелых атакующих, чтобы наносить урон, в то время как мясной щит поглощает урон и дает время для резервирования действий. Также рекомендуется быть более оборонительным, чтобы защитить от сильных ударов. Грубо говоря, нанеси больше урона, не щади своих динозавров. Я решил показать этого босса, так как, во-первых, был сезон, во-вторых, этот динозавр неизвестно, является ли гибридом или просто генетически модифицированным трицератопсом. А это уже что-то новое. Плюс, после того, как все вместе его побеждаю, но и во время самого сезона, дают всякие плюшки и статую трицератопса. Увидите в конце видеоролика. Все бои, конечно, не получится показать, но общую картину, я думаю, вы поняли. У меня пока не такой уровень большой в игре, но со временем все изменится, надеюсь, вы поддержите. Спасибо за просмотр, не забывай подписываться на канал и ставить лайк.